большое спасибо, что нам организовали такой праздник. Мы действительно очень много увидели новых людей, познакомились с ними и видим, насколько еще люди в таком возрасте активны, энергичны. И я говорю, что на болельщиков надо всегда приглашать наших внучат, детей и внучат, чтобы они видели, что наш возраст 60+, это еще совсем не возраст, мы только начинаем жить. Второй раз участвую и буду участвовать, пока будут силы. С удовольствием, конечно, было много проблем, было у нас всяких вопросов много, но общее впечатление очень даже замечательное. Мое впечатление всегда отличное, мне всегда все нравится. Особенно сегодня погода хорошая, здесь команды подобрались тоже активные, все было нормально, все супер, мне все нравится. Всем привет, кто ведет активный образ жизни. Мы очень довольны. Получили вот такой вот заряд. Учитывая погода хорошая, мы такие настроены на позитив.